Люди, а почему мы не сочувствуем пострадавшим от климатических катаклизмов? Почему мы думаем, что климатические катаклизмы нас не коснутся? Знаете, проблема нашей пассивности, наверное, заключается в том, что мы не стояли перед дымящимися руинами родных городов. От климата. Мы не теряли под завалами родных, близких и детей. И нам кажется, что это не про нас. Это не в нашем сценарии. Где-то там, далеко. Так устроено наше сознание. Оно не дает жизненно важного понимания. Демон, он и есть демон. Но неужели нам нужно потерять все, чтобы включиться? А что мы тогда включим? Страх, панику, сожаление и самоедство? Что мы сможем включить на руинах этого мира? Ноги, только ноги. И эти вопросы нас сегодня не особо волнуют, как бы есть дела поважнее. И чем-то позитивным и обнадеживающим это размышление завершить сложно. И тем не менее, друзья, делайте хоть что-то, чтобы потом не было мучительно больно за бесценно прожитое мгновение. Любви Божьей.